Привет всем! Пришло время прощаться мне с Мерседесом. Так вот он выглядит. Мерседес Е-класс в 210 кузове, 240-й, двигатель 112-й, 99-го года. Я считаю, для 99-го года просто шикарный автомобиль. Круиз-контроль, климат-контроль, кондиционер, омыватель фар. Как бы многое здесь есть в нем. То есть я считаю, для 99-го года это просто, ну, шикарный автомобиль. Как-то так приходится прощаться мне с ним. Завтра уедет к новому владельцу. Я бы его не продавал, но живу в селе. Надо что-то повыше автомобиль. То есть с дороги на нем особо не съедешь никуда. То есть, а я люблю охоту, рыбалку. То есть хочу купить автомобиль повыше. Проходимый. А так бы не продавал, ездил бы и ездил, радовался бы. Вот как-то так. 99-й год. Сейчас откроем капот. Так вот он открывается. Вот это дёрг. Капот здесь можно в двух положениях. Нажал его, и он открывается до конца. То есть удобно очень. Можно делать что угодно. 112-й мотор. Я считаю, это очень хороший мотор. Масло ни грамма не жрет. От замены до замены. То есть с мотором вообще никаких проблем не было никогда. 170 лошадей. То есть хватает ему. Ну, мне хватает. Может, кому-то не хватает мощности, но для меня за глаза. Нажимаем, опускаем. Этим капотом убить можно. Он здоровый. Шикарный автомобиль. 99-й год. То есть еще фору даст любой новой Ладе. Вот. Такой вот автомобиль. Так вот он выглядит. Жалко продавать, но ничего не поделаешь. То есть, еще раз повторюсь, люблю охоту, рыбалку, а на нем никуда, только по дороге ездить. То есть с дороги уже никуда не съедешь. Шикарный автомобиль. Ну ладно, до новых встреч, ребята.